Приветствую вас, дорогие друзья, в игрушке Ancestors The Humankind Odyssey. Ну что ж, это первый взгляд, начинаем играть мы будем за обезьянок. Фу. Новый род. Блин, как же классно. Тут есть параметры, управление, игра, звук. Давайте посмотрим звук. Громкость музыки мы вообще уберем, наверное. Вдруг что-то там несет авторское право. Так, графика, можно посмотреть, какая у меня графика. На максимальная частота кадров, ну конечно же 60. Сохранить и выйти. Начинаем. Ячейка. Тут у нас будет автосохранение действовать, поэтому нам нужно будет до определенной точки дойти. Название рода The Alex Play. Прям как мой канал. Подтверждаем. Так. И... блин. Ну теперь точно все. Новичок. Конечно же новичок. Помощь в игре. Давайте помощь в игре нам понадобится. Выберите пол персонажа. Наугад, самка, самец. Давайте наугад. Рискнем, да? Начинаем игру. Я в предвкушении, ребят. Я не знаю, что ожидать от игры. Я видел только трейлер, но сильно не понял, в чем смысл. В общем, смысл в том, что мы будем играть за обезьяну, да, и будем, видимо, эволюционировать до человека. Я не знаю, правда, может быть, просто за обезьяну будем играть. Основано на реальных событиях. Ну, конечно, человек произошел от обезьяны. Окружающий мир и его обитатели лишь прототипы, относящиеся к тому или иному месту или событию. Разработчик компании бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну что ж, ладно, давайте покажем, кто разработчик. Может быть, кому-то это, в принципе, будет и нужно, да? Давайте, пожалуйста, уже начинайте. При участии... блин, конечно, все круто. Обычно в конце это все пишется. Но тут разработчик решил все-таки показать, кто же эту игру создавал. Ну ладно. Сейчас вы узнаете, как жили наши предки на заре человечества. Фу, очень интересно. Это бесконечная история развития человеческого рода на нашей планете. Вам придется полагаться только на свое тело, органы чувств, интеллект и голос. Становиться сильнее и развивать свой род. Окей. Учитесь противостоять силам природы, обучайте семью и стройте жилище. Удачи на нас особо не надейтесь, окей. И помните. Эволюция — это не развитие по шаблону, вы сами выбираете свой путь. Прикольно. Мне нравится. Так. Я начну развиваться с молекулы? Че, реально? Рыба. О, рыбка, блин. Ху-ху-ху. Чайка. Схватила рыбу? Не поймала. Африка. О, нифига себе. А почему у чайки такие зубы? Ну, похожие на зубы клюв. О, питон. Белая как... нифига себе, вау. Нифига себе, начало мне нравится. Ху-ху-ху. Мне показалась игра немножко ярковатая, да, вам не кажется? Слишком засветили игру. Но, может быть, это даже лучше. О-о-о-о! Опасно, вот вам хоррор, да? Былых событий. Так. Каждый... а! Так, понятно. Каждый друг друга ест, да? Пищевая цепочка. Какая киса? А кто кису съест? Ну, а кису уже никто не съест, потому что динозавры все вымерли. Прикольно. Пока что мне нравится все. Мне понравилось начало. Начало крутое. Посмотрим теперь геймплей, ребят. Если хотите, чтобы я чаще играл в игру и снимал чаще новинки, ставьте лайки обязательно, ребят. Пишите комментарии. Земля без людей. О-о-о-о, часть 1. Эй. О-о-о-о. Давайте я тоже буду по обезьяниму комментировать. Боже мой. Но это будет... это будет... это жестоко с моей стороны. Нифига себе, коршун!
Нифига себе, а чё он такой большой? Я за маленького буду играть. Так, вернитесь в безопасное место. О боже мой, а что случилось? Ух ты, нажмите, чтобы задействовать интеллект. А, он поможет найти укрытие, ваше поселение и предметы, имеющие практические применения. А, это мои страхи. Вот так видит обезьяна мир, ребят. Вот так раньше обезьяны видели мир. Им постоянно мерещатся вот эти зубы, что их кто-то пытается съесть. Глаза, глаза, красные глаза. Уходим. А, подожди, а как... А, ну вот, вот интеллект, да? Так, не трогайте LS. Рычажок, да, пока находитесь в меню. Встать, нюхать. Давай понюхаем. Так, и чё он нюхает? Чё он унюхал? О, я могу прыгать. Прикольно. А чё ещё могу делать? Что-то как-то сильно темно. Нету такой насыщенности, да? О, прикольно, вау! Органы чувств. Кого-то позвать можно. А, на Б звать. Никто не придет, малыш, никто не придет. Тебя никто не спасет. Ты должен сам спастись. Может, надо покушать? Вообще, раз я обезьяна, я думаю, я должен... Потеряла документы, шаблоны. Простите, ребята, это мой браузер с ума сходит. Я не знаю, он сам включается, разговаривает со мной. Я его уже игнорирую всячески разно, он все равно пытается что-то мне навязать. Подожди. А, ну все, все понятно. Я могу по деревьям лазить, я же обезьяна, точно. Боже мой, как же страшно. Надо вперед идти, по-любому. Так, органы чувств, интеллект. Ага. Так. И что я вижу? Я вижу там какой-то квадрат. А мне точно туда идти? Ой, не упади! Я переживаю за тебя. А если я упаду, интересно? Давайте попробуем на дерево залезть. Нифига себе, смотрите, как я карабкаюсь. Давай, 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 малыш, давай. Я могу прям по деревьям лазить. Так, как вот это за лиану и ползучие стебли? Подпрыгивайте, а затем, когда окажетесь среди листвы, используйте А. Так. А я не вижу никаких лиан. Нифига себе, высоко так поднялся. Ладно, окей. Так, так, так. Осторожно, осторожно. Ой, опасно, опасно, ребята, я могу упасть! Куда ты полез? Малис, куда ты полез? Боже мой! Как же за тебя переживаю. Зачем ты это делаешь со мной? Так, слух, давайте слух попробуем. Не трогайте... Так, здесь показаны все звуки в пределах досягаемости. Надо осмотреться. Так, ну я вижу тут много-много-много всяких звуков. Сложно понять, откуда они. Ух ты, нифига себе! Ой! Он что, не умер, что ли? Ему вообще пофиг. Так, давайте подумаем. А, нюх. И чё? Чё я должен учуять? Надо быстрее, надо как-то выбраться отсюда. Какая цель вообще у меня? Так, так, ладно, продолжим. Я думаю, нам надо что-то поесть, да, и покушать как-то, попить, восстановить силы. Так. Вот там какая-то коробка, все-таки надо туда идти нам. Так, давай. А как, можно бегать, можно? Побежал, побежал, побежал. Ну-ка. Так, нюх.
Вон там какая-то коробка или что-то такое. Что-то интересное. Я думал, нам туда надо бежать. Или прыгать. О, что такое? Спрятаться? А, ну все. Я нашел укрытие. О, сейчас нормально. Это я вырос, что ли? Ничего себе. Так, органы чувств, интеллект. А я могу ускоряться. Окей. Ху-ху-ху-ху-ху. Привет, мои братья. Я научился разговаривать. Вы меня не понимаете. Я это прекрасно знаю. Так, для прыжка отпустите. А я могу лечь. Я могу лечь, отдохнуть. Понятно. Это я уже вырос, да, такой? Ничего себе. Так, день второй. Второй день? Я не мог за один день так вырасти. Эй, чего? Нифига себе, возмужал, да? Тяжелая была ночка. Так, нормально. Со здоровьем, видимо, у меня все тоже хорошо, да? Давайте куда-нибудь наверх, что ли, пойдем. О, вот хотя бы сюда залезем. Так. Окей. Оп! Так, это же мед, это улей. Давайте добудем сначала, наверное, кокосы. Да, это кокосы. Напугать? Бу-га-га! Бу-га-гашечка! Кто-нибудь испугался, ребят? Разве кто-то этого может испугаться? Так, понюхать. Зачем понюхать? Что он делает? Что он делает? Концентрация. Ты можешь снять это? А, я могу смотреть в разные стороны, да? А, напугать? Схватить. Возьми кокос. А, ну вот, я взял кокос. Куда ты? Боже мой, нифига себе. Ты что делаешь? А, напугать, смотрите, потрясти. А, все, все, все понятно. Так, трясем. Плоды падают, и мы кормим свою семью. Вон, видите, упали. Эй, они уплывают, ловите кто-нибудь. Так, наша главная цель, вот, я придумал. Надо спуститься. Ты можешь спуститься, дружище? Вот так вот. Так, бросить. А как прицелиться? Какой же ты косой, боже мой! Но мне реально надо учиться. Ой, это больно было. Я хотел попасть. Я хотел попасть на вули, но промахнулся. Так неудобно целиться. Может быть, потом будем прокачивать навыки и будет мне потом проще? Я реально чувствую себя обезьяной. Я нифига не понимаю, как играть в эту игру и что надо делать. Так, соберись, интеллект. Включай интеллект. У тебя больше интеллект, чем у меня. Я самая умная обезьяна среди всех. Да, ребятки, я уникум среди всех. Ну, среди прочих обезьян. Фу, я чувствую себя просто гением среди них, ребят. Это приятно. Привет, братья мои и сестры. Вы пока меня не понимаете. Ну и ладно. Хрен с ним. Главное, мне есть с кем поговорить. И меня могут выслушать, да? Не перебивая. Так, что я сделал? У меня есть вообще тут какая-то цель? Не спешите. Торопиться некуда. Хотите, наблюдайте, размышляйте, анализируйте. Так вы получите знания. Ага, понятно. То есть игра, в принципе, нас не заставляет делать какую-то конкретную цель. Нам нужно просто эволюционировать. А чтобы эволюционировать, нужно развивать интеллект. А, допустим, органы чувств. Давайте послушаем... Не, лечь не надо. Не ложись, пожалуйста. Так, органы чувств. Да почему? Я же X жму. Нет, подожди. А, вот, там что-то было. Там какие-то все-таки есть задания.
Давайте пойдем прогуляемся. Тут уже какая-то туманка у нас. Что-то мы тут засиделись. А, вот что-то, что такое? Зачем ты прилег? Я же X нажал. А, вот, осмотреться, квадратик надо. Что ты нюхаешь? Что такое, найдено новое место? Незакрепленный камень. О, органы чувств. Растущий нейрон. Так, а что мне с ним делать? А, позвать, нюхать. Двигательная функция. А, я встал, смотрите, я встал, я теперь могу ходить. Ничего себе. Раньше я вот так бегал, да, на карачках, сейчас я могу вставать. Да нет, чувак, не... Я только что стоял, сейчас я разучился стоять. Так, подожди, ну камень-то надо как-то взять, да? Ладно, хрен с тобой. Что ты еще можешь? Там еще что-то интересное, это мне надо все... Мне надо учиться. Какая-то колючка, да? Ну-ка. Что, мне надо ее как-то изучить? Так, жму на интеллект. А, нюхать. Почему ты встаешь-то? Я же X жму, но почему так странно-то сделано-то все? Так, слух. Они мне пишут, что нажать на крестик. Я нажимаю на крестик, он у меня нажимает А, кнопку А. Вместо X у меня квадратик. Надо запомнить. О, боже мой! Нет! О, я кость сломал. Метаболизм. Так. Я могу как-то вылечиться? А, у меня коленка болит. Ничего себе, я упал. Может, обмыть рану надо? О, хорошо. Как кушать-то, боже мой? Поешь эту ягоду, съешь ты ее, пожалуйста. Да что-то еще растет. А, вот, я смотрел. Все понятно. Найдена еда. Я могу это съесть. А, смотрите, все, он ест. Так, вы усвоили питательные вещества из ягод. Теперь я знаю, что ягоды можно есть. Так, осмотреть. А, все, я жму на квадратик, он меня изучает это. Прикольно. О, новая еда найдена. Теперь я могу это съесть. М-м-м, как же он смакует, смотрите. Офигительная трава. Вы усвоили питательные вещества из овощей. Хорошо. А, так, органы чувств. Нет, органы чувств. Так, а что он мне показывает? Там что-то есть. Так, у меня пройдет перелом. О, я что-то нашел. Так, а что ты делаешь? Что-то нашел. А, блин, почему обзор-то такой? А, место для рыбалки. Так, и чё? Я набрал воду. Ну, давай попробую поймать. Ладно, идем дальше.
Кто там такой? Мне надо вылечиться. Так, схватил. Так, ну все, сейчас мы покушаем, может быть... О, нифига себе, какой обжар. Да, кушать нифига себе он. Хватит. Уход от атаки. На меня кто-то нападает? Змея! На меня змея напала. Боже мой, меня еще и укусили. Офигеть. А, блин, боже мой. Я не хочу умирать, ребят. Так, что мне сделать? Надо дойти до базы своей. До норы надо дойти. Жена подлатает. Жена меня обязана подлатать. Боже мой, как же она будет без мужа? Так, мы еще даже детей не наделали. О, боже мой. Уже второй день живем вместе. Еще ни одного ребенка не сделали. Пойдем хотя бы. Надо наследство оставить. Где моя жена? Боже мой, я прям как на бухой пришел. Пришел бухой муж, да, с гулянки. Дорогая, открой дверь. Дорогая, впусти меня. Кому говорят, впусти. Так, ладно. Может быть, мне надо какое-то противоядие найти? Короче, у меня, оказывается, нету еще жены. Блин. Ну, кто за такого алкаша выйдет замуж? Он как будто бы напился. Ладно, я не пил. Это... Меня составили, да. Меня просто напоили. Так. Мой друг змей меня напоил. Я не хотел с ним общаться. Он сам... Сам на меня набросился. Да, боже мой. Ах ты ж. Я не понимаю, что от меня игра хочет. Она хочет, чтобы я развивался, но я скоро сдохну. Так, ладно, яд пройдет. Давайте просто отдохнем, наверное, да? Так, я лег спать. Лечь спать. Да, давайте ляжем спать. Надеюсь, что яд пройдет. А как долго, интересно, я буду спать? Ну вот. А, вот время быстро идет. Время ускоряется. А, понятно. Уже полночь. Мне снятся сны. Что прикольно. Я так понимаю, яд тоже пройдет? Так, утро. Все, рассвет. Найс, ребят, сон реально помогает. Сон спасает от всего. Вода, сон. Я пить хочу, да? А я могу отсюда попить? А, все, вот он, попил. Новая еда найдена. Источник пресной воды. Отлично, отлично. Так. Мне кажется, хватит пить. Так, все, я начинаю понимать. Это, видимо, не исследованные, да, еще локации. Все, я понял. Я понял, ребят. Так, сейчас будем изучать это дело. Там где-то змея была. Вон змея, там опасно. Я ее могу как-то убить? Я думал, лучше просто с ней не связываться. Так, а что у нас здесь такое? Камень? Ты можешь взять камень? Схватить. Так, ну вот, камень я схватил. Может, я могу как-то попробовать напугать? Я потерял змею. Не, ну где-то здесь шипит. Короче, ну его нафиг, давайте просто обойдем. Пойдем, наверное, вперед. А, ну это камень, я осмотрел.
А, найти новый инструмент. Гранит. Так, я могу напугать. А! Вон он ползет, смотрите. Так, ладно. А, бросить. Как бросать-то? Я промазал. Слушай, я думал, ну и нафиг эту змею, да? Что-то я боюсь. Так, хорошо. Надо учиться дальше. Давайте дальше пойдем. Ну залазь ты, боже мой, ничего не видно. Так, ты кушать хочешь? Как я пойму, хочу я есть или нет? Какой-то листик. Что это значит? Новая еда. Кат. Может, некоторые растения как-то вылечивают тебя. О, опять змея. Тут много змей. Я могу ее как-то убить? Так, нюх. Я ничего не чувствую. Слух. А, там кто-то кричит, понятно. Я не умею кидать в нее. Ладно, уходим. Подальше уйдем, что-то я боюсь этих змей. Нам нужно изучать этот мир. Это что такое? Может, покушать надо? Все, теперь легко могу есть. Может, это плохая еда? Вот что такое? Какое-то... Так, у меня какие-то перки появились или что такое? А, бросить. Схватить. Так, я схватил. Теперь надо осмотреть. Все, я понял. Сначала хватаю, потом осматриваю. Все, палка. Теперь у меня появилась палка. Новый инструмент — палка. Как ей пользоваться? Может, я змею так могу напугать? Сумасшедшая обезьяна. Я нашел палку, почему я не могу ей бить? Тут что-то еще. Ага, так. Что-то рядом с камнем. Ну-ка. Что такое? Боже мой, уже 30 минут геймплея, я до сих пор не понял, что надо делать. Я понимаю, да, надо эволюционировать. Ну, я, допустим, нашел палку. Почему я не могу ей как-то бить? Драться. Зачем она мне нужна? Я могу ее просто выкинуть. Палка мне не нужна. Так, все. Нашел какую-то новую траву. Что такое? Новый инструмент. Я так понимаю, я могу сделать какой-то домик, да, себе? Прикольно. Он так классно лазит по деревьям, мне нравится, как он по деревьям лазит. Так.
Бандерлог, блин. Оп. Что такое? А, страх. Страх неизвестности. Сейчас вы не готовы столкнуться лицом к лицом со своими страхами. Вернитесь назад и сосредоточьтесь. Ага, я боюсь далеко уходить. Вон оно что. То есть я не могу за пределы выходить. Мне там страшно. Возможно, потом, может быть, еще карту до конца не сделали разработчики и решили вот так, как бы нас ограничить, да? В этом мире. Так, вот тут что-то еще есть. Сначала надо это сбросить, да, что-то новое взять. Так. Эту траву мы, по-моему, убрали, да? Они все на одно лицо. Это уже было, да? Нам что-то новое искать. Тут тоже у нас изучено место, где можно ловить рыбу. А где крафт какой-то или еще что-то? По карте я тоже не умею ориентироваться. Так, параметры помощь. Ну, помощь в управлении, движение, атака. Тут есть что-то новое, что мы еще не изучили. У нас третий день. Третий день, я так и ничего не понял. Мне надо сделать какой-то дом, что ли, какой-то крафт. Я знал, что у меня есть интеллект, это очень круто помогает. Так, допустим. Там какая-то главная цель, смотрите, там какой-то прямоугольник. Ага, надо залезть на дерево, все понятно. Давай пробуем залезть на дерево. Отлично. Где-то там что-то интересное будет. О, кабан, кажется, внизу. Лезем, 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 лезем. Давай, 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 давай. Так, только не прыгай. Как я это возьму? Я тут что-то видел. Ну это же я уже брал. Как я вот до этого растения доберусь? Ну-ка. Мне надо как-то залезть вот на это дерево. И, видимо, сорвать цветок, да? Давай попробуем. Я так понимаю, любой. Так, органы чувств. Сможешь повиснуть как-то? Я по обезьяне его заговорил. Со мной все в порядке, я в воду упал. Ах, блин. Может, змею надо убить? Что такое? Ага. Новое животное. Я их как-то стравил друг с другом, да? О, стой, они дерутся. Понятно. Нажмите Б, зачем дождитесь реакции детеныша, чтобы начать успокаивать его. Ага, ты так успокоишь, думаешь?
А, он крикнет, а потом я кричу. Понятно, по очереди. Прикольно, у нас получилось. Боже мой, я думал, я совсем туго думал. Ну, какой, смотрите, забавный. Весь в папочку. Такой же красивый. Так, а что теперь? Так, мне изначально надо было сюда прийти, да? Эй, почему я сделал такой маленький домик? У нас что, дождик идет? Я теперь с детенышем, да, выживаю? Зачем ты схватил эту веточку? Тут нету карты. Я не умею без карты ориентироваться. О, там что-то неизвестное. Там что-то неизвестное. И где оно? А, вон. Понятно, это надо изучить. Все, начинаю понимать. Брось ты эту трень. Подальше бросить. Тут что-то неизвестное. А, змея. Все понятно. Да что ты схватаешь-то? Я хочу змею схватить. Смотреться. Так, все ясно, мы нашли змею. Так, найдем новое место сбора. Мертвая узкоголовая мамба. Я не понимаю, куда он хватает. Да блин, что ты хватаешь-то, боже мой. Хватит Да хватит тебе жрать, хватит, пожалуйста. Схвати эту змею, ты уже достал меня. Где она? Где мамба? Ты что, пока не съешь ее, не возьмешь? Слушай, я не знаю, как змею взять. Или она тут и будет, да, я так полагаю? Так, окей. Там какое-то растение. Ну-ка, что такое? А мы это не изучали? Ладно, сидим. Камень. Там вода. Вот там я не знаю, что такое. Так, опознать. Растущий нейрон, интеллект. А, нифига себе, я могу издалека изучать, да? Хорошо. А что ты делаешь-то, боже мой? Ты что такое? Запомнить. Интеллект, вы можете запоминать местоположение всех уже знакомых вам объектов. Так, понятно. Интеллект также помогает находить предметы, имеющие практическое применение. Также мысленно представлять то, что уже вам знакомо. Прикольно. Ну, ребят, в принципе, игра на то и рассчитана, чтобы мы развивались потихоньку, да? За час мы уже довольно-таки неплохо развились. Как вот эту схватить? Я не знаю, как нам достать вот это растение. Давайте полезли наверх, наверное, да? Тут можем... Так. Слазим. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Woo!
Так, я запомнил, да, это? А, я не смотрел еще на... О, я попил? А, не, я изучаю, да? Новая еда найдена. Кокос, отлично. Кокос, кокос, наверное, оставим себе. А, спрыгивать не будем, потому что высоко. Взял, спрыгнул. Так, нам бы туда подняться. Можем по скалам, в принципе, подняться. Давайте. Можно уже поспать. Где-нибудь залечь. До утра уже 9 часов. О, нифига себе, какое большое дерево. А, подожди, мне холодно, да? Мне найти какое-то теплое место? Давайте сначала поднимемся. Нифига себе, как красиво, ребят. Наверху очень красиво. Так, а куда мы добирались? Так, там змея мертвая. Так, ну окей. Вот этот цветок я не могу никак достать. Я не могу спрыгнуть. Вот тут, наверное, ляжем спать, да? А я не могу лечь спать. Мне надо сынулю докуда-то довести. В приоритете мне надо искать желтые метки, да? Вот она, желтая одна. Одна из желтых. Понятно, нам надо до нее добраться. Давай попробуем. Так. Фига себе, это было опасно. Я думал, это лиана, я могу схватиться, но оказывается нет. Все, я помечаю это на мире, да, игровом. Теперь я могу. Ты можешь слезть? Осторожно, осторожно. Тут ничего не видно. Это было опасно. Все, теперь наверх пошли. Там что-то у нас неизученное. Что-то интересное. Такое-то гнездо. Это другая обезьяна спит. Нейронная энергия при изучении трупов. Так. Угу. Так, прошел после смерти 0 лет. Недавно погиб. Надо осмотреться. Ты не знаешь, как добыть еду, да? Брось тогда его. Что я должен с ним сделать? Так, ну это точно надо изучить. Это же яйцо. Новая еда. Давайте съедим. Эй! Что такое? А, мне плохо, что ли, стало? О, там кто-то есть. Ну-ка. Вот нам туда надо. Ну, может быть, в другой жизни мне повезет больше. Так, а я заново, да, возродился?
Страх неизвестности. Четвертый день. А, я теперь играю за маленького ребенка, да? Которого я подобрал, что ли? Фу, в общем, игру надо еще изучать и изучать. Это первый взгляд, ребятки, все-таки первый... Первый обзор от меня. Надеюсь на лайки и комментарии. Пишите, ребят, в комментариях, что вы знаете об игре. Может быть, я что-то делал неправильно. Но я, честно говоря, ну сложно изучать. Реально сложно. Вот разработчики делали так, что тебе сложно. Вообще, ты не понимаешь, что тебе надо делать. Тебе нужно, конечно же, первым делом все изучить, да? Изучить окрестности, где ты живешь. Может быть, построить какой-то дом, но я не знаю как. Я родился, я обезьяна. Мне надо что-то делать, чем-то заниматься, да? Я должен сам себе придумать занятие какое-то. Найти обезьяниху, да? Создать семью. Ну, в общем, видимо, в этом заключается суть игры. Обязательно, ребятки, поиграем, но в другой серии, наверное. В общем, мне интересно потом почитать ваше мнение, ваши комментарии. И я думаю, через денек мы с вами продолжим проходить это чудо. В принципе, игра мне понравилась. Я думаю, я продолжу играть, только немножечко изучу игру. Вот, всем до скорого, всем пока-пока.